Баскетболисты Енисея тоже порадовали. Дома обыграли болгарскую команду «Рилски Спортист» в рамках Кубка Европы Международной Федерации Баскетбола. В начале встречи гости провели серию атак, однако большого преимущества получить не смогли. Первая четверть завершилась со счетом 27-26 в пользу болгаров. Следующая 10-минутка осталась за баскетболистами Енисея. Вторая половина игры прошла в напряженной борьбе, но под конец встречи красноярцы несколькими попаданиями смогли увеличить разрыв в счете. Итог матча 104-84 в пользу Енисея. Следующую игру европейского турнира сибиряки проведут в гостях 16 ноября. Им предстоит помериться силами с турецким клубом «Демир». Соперник есть соперник. Не все получалось в начале игры. Несколько легких атак дали забить. И был момент в третьей четверти, когда, скажем так, потеряли концентрацию и за это сразу же наказали довольно быстро. Тем не менее, в общем, контроль игры был, понимание того, что нужно делать, как обыгрывать эту команду, у нас было. И ребята в большинстве своем отработали и выполнили задачу, отсюда результат. Мы знали, что после долгого перелета нам будет очень тяжело, а у Енисея не было игры в лиге, и поэтому у них было время подготовиться к встрече.